Что мы все достояли сегодня, хоть несмотря на такой холод и то, что уже многие ушли. Я вот твое последнее, действительно здорово. На самом деле, я не знаю, о чем говорить, потому что все до меня уже сказали. Николай, секундочку. Он последний вышел, но последний выступающий, но это еще не все. У нас сейчас для вас приятный сюрприз. Последний выступающий, ничего. Все уже сказали, я не знаю, что добавить, потому что все предельно ясно. Все предельно ясно было еще до этого митинга. Было предельно ясно все до Нового года. Не ясно только одно. Почему до сих пор Чуров не на нарах? Почему не уволен ни один председатель ТИКа? Почему ни один председатель участковой комиссии не был уволен? Почему учителя, которые фальсифицировали выборы, помогали фальсификаторам, завтра, в понедельник, пойдут в школу на свои работы и будут продолжать учить наших детей? Почему? А ведь мы требуем от властей самую малость. Мы требуем от нее, чтобы она была честной с нами, честной с народом. Мы требуем честности всего лишь навсего. А власть говорит, что она пойдет нам на уступки. Какие уступки? Мы требуем быть всего лишь навсего честными с нами. Всего лишь честность. Поэтому власть, как и, не знаю, как и подгузники, ее нужно менять регулярно. И по одной и той же причине. И с властью, как и с деньгами, нужно расставаться легко. Нам нужен Путин? Нет! Не слышу! Нет! Нам нужны свободные выборы! Мы должны 5 марта прийти на Исаакиевскую площадь в 6 часов под окна избирательной комиссии и все высказать, что мы думаем о председателе избирательной комиссии Петербургской Гнётове, а председатели Центра избиркома Чуровы. Мы придем 5 марта! Я не слышу, мы придем 5 марта! Россия будет свободной! 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 Ура! Спасибо всем! Спасибо, Николай!